Отзвуки не... Блин, а что-то знакомое. Отзвуки не... От... Тьфу, блин. Отзвуки... От... Тьфу, блин, отзвуки. Отзвуки нейтрона сейчас будет смотреть. О, нифига себе, там просто чувак по Сабатону пригорает. Смотрите. О, нифига. Вы смотрите, Сабатон, Сабатон, Сабатон. Вот это вот реально постоянство. Вот это я понимаю. Nice! Что нам смотреть, Сабатон или Сабатон? Тут еще Сабатон есть, или может Сабатон глянуть? Бисмарк давайте посмотрим. Просто вообще... Бисмарк! Классная гитара. Спасибо большое. Из тумана появляется линкор, и морскую гладь, и тишину миг превращает в шторм. Власть и силу воплотив, поднят якорь, судно входит в адский пролив. Гордости нации, стальной гигант. Людей полсотни тысяч тонн. Ай, блин, вот у меня тут Партак. О, с этим полсотни тонн у меня. А, просто сразу видно, что баба кавер делала. У меня ошибка, там Бисмарк такой с полсотни тоннами. Я уже потом, когда поняла, думаю, блин, такое палево просто. Женщинам на корабле не место. Стальной брони в Атлантике враг сжал со всех сторон. Перестрелка, жаркий бой, захватить цель, потопить любой ценой. Смерть и проклятие, кто-то пошла, и смог ведет флот. Ни перед чем не станет он, что правит волнами семи морей. Гордостей нации, стальной не, это какая-то другая. Или это просто другие мувики, я не знаю. Там же еще какие-то кадры, может это фильм какой-то. Да, точно, это World of Warship. Ну ты мужик, конечно, молодец, молодец, молодец. Хороший кавер. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Посмотрите, сколько у него каверов на Сабатон. Просто! Охренеть. Power Wolf он они делают. Не, ну это прям такая, мужицкий кавер-канал. Вернемся-ка мы лучше к нейтрону.